Божьим. Разжигай свой огонь внутри нас, Господь. Ты даешь жизнь сухим костям. Ты поднимаешь нас, когда нету сил, Господь. Наполняешь нас Твоей силой, Твоей славой, Господь. Даешь нам сверхъестественную мудрость, Боже. Ведешь нас. Выводишь нас на новые просторы. Поднимаешь наши крылья, Господь. Пойду.
надеющийся на Господа, надеющийся на Господа, обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, побегут и не устанут, пойдут и не утомятся, надеющийся на Господа. Нас на этой земле, и ты всегда действовал через обычных людей, Господь, у которых были свои слабости, свои недостатки, Господь. Ты говорил через Моисея, хотя он не обладал никакими ораторскими умениями и не умел хорошо говорить, Господь, но ты общался через него со своим народом, через него ты вывел миллионы людей из Египта, Господь. Несмотря на то, что Петр был вспыльчивым, ты построил на нем свою церковь, Господь. Также апостолы ничем не выделялись от обычных людей, Господь, но всем им ты дал силу исполнить твою волю, Господь. И также используй сегодня и нас. Даже если ты сегодня не уверен в себе, несмотря на все твои недостатки и слабости, даже если ты колеблешься, Бог все равно может исполнить свою волю на этой земле через тебя. Сегодня так много людей нуждаются в Божьем Слове, в Божьем ободрении. Господь, помоги нам быть чувствительным к Духу Святому, Господь, для того, чтобы идти и говорить этим людям, Господь. Обнять кого-то, поддержать кого-то, Господь. Хотим слышать Твой голос.